что Чаки сегодня ел конфеты. Я ему сейчас дам чеснок. Чеснок находится слева. Прищепка, чтобы она мне руку не откусила. Чеснок не съела. Почему? Ну, потому что она девушка. Может, ей еще сегодня целоваться придется. Дай руку. Ну, дай лапу. Ну, давай. Она. Не может прокушать. Большая косточка. О, вкусно. Хорошая девочка. Эта девочка еще не целован. Это чеснок. Это мой чехол от телефона. На. А облизать руку? А помыть? Мы Чаки держим на ошейнике, потому что она может и откусить кому надо помидоры. Но чеснок ей не понравился. Ладно, давайте чеснок мы оставим вместо духов. А это корпус вот моего телефона. А та бумажка, на этой бумажке написано, что надо сделать завтра. Сейчас она будет гавкать. Давай, гав-гав. Ну, покажи, как ты любишь жизнь. Порадуй нас. Чаки. Это те собаки, которые уже соображают на троих. Мало? В следующий раз будут рыбные кости. Ты любишь рыбные кости, Чаки? Она любит не только рыбные кости. Она еще любит конфеты украинского. Да, она говорит, что она любит украинские конфеты. И самое главное, что ей не нравится, что она на цепи. Давайте я ее отпущу. Это карабин. Все, свобода. Вот наш сейчас телефон упадет. Вот когда наших ребят выпускают из плена, они так радуются. Вот, вот они так радуются, они бегают. Смотрите, какое счастье, что такое свобода. Поверьте мне, я в разных странах жил. И в Мексике тоже на пирамидах. Свобода есть свобода. Сейчас мы ее покормим. Вот у нее тут есть каша. Ну, кашу она, конечно, не ест без костей. Вот, но вы не думайте, что мы тут Greenpeace выходной. Ну, каша без костей, это неинтересно. Ладно, пускай побегает. А я сейчас выпью кофе. Кстати, это будет дополнительный видеорепортаж. Кофе. Кофе. Это розы, козы, которые не растут. Розы, которые растут. Сейчас я воды налью. Ладно, конец связи.